Всем привет, друзья! В своем видео я в очередной раз хочу поделиться своим опытом выращивания комнатных роз. Как вы видите, они у меня успешно в зимнее время года цветут на подоконнике. Вот такие красавицы! Эти розы были куплены мною в одном из супермаркетов в прошлом году, то есть на данный момент им год. И в одном из видео я как раз демонстрировала пересадку купленных роз в обычные вазоны. То есть как происходит этот процесс. И вот что они из себя представляют сейчас. Хочу отметить, что по общепринятым законам природы в зимнее время года все растения уходят в спячку. Однако это не касается определенных сортов комнатных роз. Дело в том, что большинство продающихся в магазинах горшечных корнесобственных роз при создании им соответствующих условий ни в какую спячку не впадают. И причем в ней абсолютно не нуждаются. У меня розы цветут уже целый год. Причем условия содержания роз в зимнее время года должны быть такие же, как и летом. То есть полив, подкормки, световой день 14-16 часов. Проблема решается с помощью светильников и ламп дневного света. Температура, конечно же, 18-25 градусов. То есть розы любят тепло. Для цветения необходима достаточно высокая температура. Влажность воздуха достигается путем размещения рядом с розами емкостей с водой и, конечно же, периодическим опрыскиванием растений. Также отмечу из своих наблюдений, что у комнатных роз устанавливается естественный цикл цветения и отдыха. То есть, например, месяц они цветут, полтора-два отдыхают и так далее. То есть какие-то горшки, как вы видите, выпустили бутоны, другие зацвели. То есть вот это чередование как раз оно характерно для роз. То есть смена периода покоя и активного роста и цветения. Так как роз у меня много, то всегда какая-то часть из них цветет. Особо хочу отметить купленные в магазинах горшечные розы. Дело в том, что их выращивают ускоренным методом, и они напичканы огромным количеством различных стимуляторов, удобрений, красителей, на которые каждое растение реагирует индивидуально. Поэтому после того, как эти розочки, купленные в магазине, отцветают, в последующем, даже при пересадке их в другую землю, в вазон, который, например, объемом больше, не ждите такого же буйного цветения. Да, краски, возможно, будут те же, вот как вы видите, но если этот горшочек год назад был усыпан бутонами, то сейчас вот это купленный в магазине перед вами экземпляр, он выпустил всего лишь один бутон в зимнее время года. А вот, например, рядом экземпляр, много бутонов, то есть тоже так же я его покупала в магазине. То есть невозможно угадать, как будет в последующем вести себя та или иная роза. Некоторые купленные в магазине экземпляры даже поменяли цвет и размер бутона. Кстати, купленные в магазине розочки можно не только содержать в вазонах и в комнате, ну и также высаживать сад, и они себя прекрасно будут чувствовать и активно расти и цвести. Итак, уважаемые друзья, ухаживайте за вашими розочками, и они будут радовать вас своими прелестными цветами весь круглый год. С вами была Хельга ТВ. Всем пока и до новых встреч!